Мы вам хотим выписать предостережение. Мы вас предупреждаем об административной ответственности, соответственно. По статье 20.2. 20.2 КОАП. Сейчас мы вам зачитаем данное официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, административных правонарушений, разрешение которых отнесено к компетенции полиции, либо недоступности продолжения общественного поведения. Итак, отдел МВД России по Краснокутскому району располагает сведения, что Фельчагин Петр Викторович, 31.01.1975 года рождения, может организовать несанкционированное собрание, митинг, демонстрации, шествия. Указанные действия создают условия для совершения противоправного деяния, ответственность за которое предусмотрена статьей 20.2 КОАП РФ, либо указывает на антиобщественное поведение. На основании изложенное и руководствуясь. Вы слушаете, Петр Викторович. Потом скажете, части первой, нет, части ничего страшного. Статьи 13 федерального закона. Угу. Нашли колхозника митинга. В одного что были это? О полиции. Статьи 20 федерального закона. От 23 июня 2016 года за номер 182 ФЗ об основах системы профилактики правонарушений в целях недопущения действий, создающих условия для совершения преступления, административного правонарушения, разрешение которых внесено в компетенцию полиции, либо недопущения продолжения антиобщественного поведения. Фельчагин. Алло. Петр. В связи с тем, что доверие к правоохранительным к местным правоохранительным органам у меня нет, прошу министра МВД Колокольцева Владимира Александровича, председателя Следственного комитета Бастрыкина Александра Ивановича, проверить законность действия краснокутской полиции и его начальника. Ограбление было уже не первый раз. Первый раз укрывала прокуратура Краснокутского района. Делали то же самое.